Три взрывных устройства сработали в воскресенье днем на многолюдном рынке в Багдаде. Сообщается о большом числе погибших и раненых. По данным одного из информагентств, погибли по меньшей мере 8 человек, около 30 получили ранения. Взрывы прогремели в центральном районе Шурджа во время празднования священного для мусульман праздника Ид-аль-Адха – Курбан-Байрам. Во время взрывов на известном рынке Багдада Шори находилось много людей. Взрывные устройства были заложены среди торговых лавок и магазинов. К концу года иракские силы должны взять на себя полную ответственность за безопасность в стране.